Самые талантливые ребята в Чувашии в начале этого года решили покорить юмористический Олимп. Впервые в местной КВНской истории муниципальная команда города Чебоксары под названием «Чуваши» приняла участие в международном фестивале команд клуба веселых и находчивых «Кивин-2015». О том, как проходили состязания и что интересного было в Сочи, члены команды рассказали на встрече с главой Чувашии. Кивин на этот раз базировался на территории горного курорта «Горки город», расположенного на высоте 540 метров над уровнем моря. Организация мощная прям в этом году. Очень все как-то по-доброму, как всегда. Приехало более 5000 человек, и все друзья, неважно откуда ты, кто ты. Очень круто, как всегда. Участие в таком престижном конкурсе – это своего рода визитная карточка всей республики на международном федеральном уровне. Кроме того, это еще и прекрасная возможность познакомиться с коллегами по клубу. Хотим выйти немножко в другие лиги, да, а сюда приглашать команды из других городов, тем самым показывая все плюсы и гостеприимство, и организация всех моментов, в том числе и в плане КВН. Поэтому лично от себя еще раз хочу сказать огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за то, что первое ваше послание «молодежь надо верить», мы это ощущаем каждый на себе и надеемся, что и верим, что так оно и будет дальше. Уверенность в своих силах обязательно дает результат, сказал на встрече Михаил Игнатьев. Увлекайте друг друга, зажигаете друг друга, и по сути, и по содержательной части вы практически правильно делаете, с учетом всего того, потому что несете доброе имя чувашского народа, прежде всего улучшаете деловой климат вообще Чувашской республики. И на самом деле сегодня, если в целом взять, молодежь ищет пути, ищет варианты, где себя можно самореализовать. Вот один из, наверное, инструментов, который на сегодняшний день вы делаете, как раз это, наверное, есть. Чуваши наравне с сотнями команд КВН со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья достойно показали себя на фестивальных просмотрах. И как результат попадания команды в одну из центральных лиг КВН – Лигу Москвы и Подмосковья «Лампа». Ближайшее будущее – поехать играть в Москву в этом году. И уже в следующем году, дай бог, попадем как минимум в премьер-лигу КВН «Первый канал». КВН-движение в Чувашии вот уже 15 лет поднимает настроение всем жителям нашей республики. Все три лиги КВН – школьная, высшая и столица – собирают на своих концертах немало зрителей. В 2014 году Лига столицы получила официальную регистрацию в компании amik.ru. Ребята передали главе Чувашии благодарственное письмо от Александра Маслякова. Мы обращались за помощью главе республики, да, и, конечно же, он оказал нам большую поддержку. План на будущее только вперед, 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 Чувашия вперед. У КВНщиков большие планы. Скоро в столицу Чувашии приедут веселые и находчивые из набережных Челнов, Казани, Пятигорска, Норильска, Москвы и других городов. Кстати, в нашу команду КВН Чувашия успешно влился один из игроков соседнего города. Я приехал года 4 назад играть в Лигу столицы, опять же, за Шкралы. Здесь мы подружились вот с Пашей, Левой, Радиком. И как-то где-то полгода назад, где-то ну, чуть год, может, они мне предложили играть в их команде, и, блин, это с удовольствием. Я, конечно, захотел это сразу, свои родные люди, и теперь я наполовину чуваш. Как говорят, КВН – это машина, которую трудно остановить. В командах постоянно происходит ротация. Роман Трофимов уже дважды выходил на всероссийский уровень. Я участвовал в команде КВН «Общага» и в составе. То есть мы играли в премьер-лиге, и я делал сальто в основном. То есть танцевальная была команда, я отвечал за акробатическую часть. В феврале этого года состоится гала-концерт ежегодного республиканского фестиваля команд КВН «Кивин Чувашии-2015». Кто успел соскучиться по студенческому юмору? Приходите.